Всем привет! Что-то давненько у нас не было видео с профессиональным футболистом. И сегодня мы приехали в Химки в гости к Денису Глушакову. Это первый профессиональный футболист, который появлялся у нас на канале. Поехали! Я люблю футбол, и этим все сказано. Денис, я думаю, выиграет. Ой! Миллиметр сверху. Это похороны. Ты в прошлый раз, 4 года назад, скажи честно, что ты думал, когда мы встретились? О твоих ударах? Ты ломал эти деревья за воротами? С Денисом, между прочим, это было первое наше видео с профессиональным футболистом на канале. Видос набрал 3 миллиона просмотров. Это больше, чем видео с Рикардо Кака, с бразильцем. Друзья, вы знали, что можно совершать покупки и получать за них до 20% кэшбэка? Да-да, вы не ослышались. Теперь это возможно. С новой кредитной картой везде доход, виза от Почты Банка. 2% кэшбэка бонусами за абсолютно любые покупки и 6% в магазинах одежды, обуви, ресторанах и кафе. Плюс ко всему по карте очень длинный беспроцентный период до 120 дней и до 1,5 миллиона рублей кредитного лимита. Так что если вы запланировали солидные покупки, а денег в этом месяце не хватает, кредитная карта везде доход, виза от Почты Банка – это отличный выход из ситуации. Ну и вишенка на торте. Если тратить больше 5000 рублей в месяц, обслуживание будет абсолютно бесплатным. Оформляйте карту везде доход по ссылке в описании и начинайте пользоваться преимуществами уже сейчас. Что первое выводится при запросе Денис Глушаков? В гугле Денис Глушаков, пушка страшная. Да? И сегодня мы это обязательно проверим, но для начала у нас будет несколько интересных и увлекательных челленджей. Итак, у нас первый челлендж. Денис, сначала тебя спрошу, какой у тебя вообще рекорд по жонглированию мяча? Бесконечно. До завтра могу стоять. Такого ответа именно я и ожидал. Будем жонглировать вот таким вот гимнастическим. У каждого по одной попытке, кто больше сделает, вот и все. По одной? Не, давай по две хотя бы, чтобы привыкнуть. Да, ну это как... Мы с тобой разговаривали, он стоял там. Конечно, чекание. Я 4 года после нашего первого видео тренировался, когда у нас выиграл челлендж. Сегодня настроен забрать все. Раз, два, три. Сюда, давай. Пожалуйста. Раз, два, три, четыре. Вообще, я думаю, это будет легче, если честно. А, ты сам не пробовал? Не, я пробовал, но у меня вроде лучше получалось. Моя первая попытка. Надо подальше отойти. Два, три, четыре, пять. Фристайл пошел. Шесть, семь, восемь. Восемь любимых у нас. Я говорю, что я настроился. Да-да-да, это ты можешь финтить, согласен. Номер все. Дениса Глушакова, 8-й получился. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я думал, остановится, подождет, пока я сбегаю за мячом. Нет, убежал сам. Даже 34 года. Я бы так и сделал бы. Воспитание осталось. Ну, знаешь, молодые футболисты, они иногда даже мяч ушел, а? Стоят, ждут. Еще кто мяч принесет. А может, ты случайно сделал? Ну, давай попробуем. Ну, давай, определим. Мало ли там, непонятно. Да. Попытка уже не решает, но все-таки добить надо. Три. Шесть. И где-то семь. Ничего страшного. Не зря я практикую трюки, чуть жонглировать. В этом челлендже с небольшим повезением, но я все-таки выиграл. Что, переходим дальше тогда? Итак, сейчас у нас челлендж номер два. У нас есть две пары маленьких ворот. С одной стороны стоит Денис без мяча, с другой стороны я стою. На счет три мы оба стартуем, оббегаем ворота. Задача Дениса – ударить и забить гол. Моя задача – защитить ворота. И после этого мы меняемся. У нас будет три раунда. Кто больше забьет, тот и выиграет. На старт! Внимание! Марш! Это похороны. Колено не вылетело. Такой прямой выстрел я не ожидал. Все четко, ну видишь, как мимо летело, нет? Три, два, один.
Очень тяжело быстро сориентироваться и успеть на технику ударить. Поэтому приходится на силу бить. Раунд номер два. 3, 2, 1. Хорошо. Я не намерен сдаваться сегодня. 3, 2, 1. Быстрые ноги, легкие, быстрые. Это невероятные ноги, Денис Глушаков. Иди сюда. 3, 2, 1. Это еще и пана была. Ну, это был, конечно, этот фарт. Ну, понимаешь, это идет сильнейший, мой юный друг. Не сбиваешь ты, сбиваю тебе, да? Ну, у меня есть шанс отыграться, в принципе. 3, 2. Ой-ой-ой-ой-ой! Сетка, подожди. Да-да-да, там, я поправил. Спасибо. 3, 2, 1. Ой-ой-ой. Так, подождите, чё? А как? Все два в ногу попали. Если вот ворот вы не отъехали, где бы мяч оказался? Один-один по парте. Вернулись к нормальному мячу, к футбольному, хоть пошла движуха ее. А тут ты этими играешь, арбузами ее. Подожди, что они не созрели, еще рано, в сентябре. Куда? Так, второй челлендж у нас забирает Денис, заслуженно. Че, пойдем в другой, попробуем, может там тебе повезет. Только победа, только 3-1, без шанса вообще. Аргументы. Аргументы, Антошка выздоровел. Это во-первых. Глушаков, это похороны. Конечно же, ударный челлендж, потому что Денис, это пушка страшная. Давай, твой предикшн. Ну, Денис, я думаю, выиграет. Там мои все пауки, я всодорный. Только твои. Ой-ой-ой. Левый, Денис, давай от нас амкаром, я тебе скачу. Я хочу добавить. Глушаков! Вот это гол! Боже мой! Вот это колечник! Денис Глушаков, Спартак Амкар. Стой, промис! Подожди. Кто у вас сейчас в Химках главный ударник, помимо Дениса Глушакова? Я забываю, как их все время зовут. Все плюс-минус бьют, иногда некоторые как шарахнут, ты не ожидаешь, что он может даже бить поворот. Ну да. В предыдущем видео был... Куда я его ставил, туда или туда? Да, вот так. Я поставлю сейчас сосочком на себя. Знаешь тему. Сейчас что будет? Надо закладывать в дальнюю гею. Ой, это было сильно. Блин, ребята, там просто вот эта сетка боковая, сайднетти. Я повторю сейчас. Это еще прошитые они, ты видишь? Офигеть. Сам делаю все, мой друг. Можем эти бутсы разыграть, если что, у вас. Да ладно. Ну да. Прям сниму их после игры. Ребят, кастомные бутсы от Дениса Глушакова. Все. После ударов, да? Договорились. Итак, что, мы отошли на точку Дениса Глушакова, она находится примерно... Ну, где-то 24 метра до ворот. Это, в общем, самая такая сочная ударная дистанция. Первый удар Дениса, давай. Да, его. Ой, как летит хорошо. Плохо. Это реально сок. А нельзя катить, а? Я покачать его вот так вот, как дал бы его. Давайте так, да, тут будут считаться удары и со ската, и статика, кому как больше нравится. Смотри. Они не дожили. Хорошо! Ураня. Готов? Я качу и бью. И теперь смотри, что с тобой будет. Это бонусный удар со ската. Уф, вот это пушечка. Руки просто не сломал, нормально? Не-не, я привык. Отсюда дистанция прям приятная. Живой футбол именно отсюда свои штрафные закладывают. Ой-ой-ой-ой-ой! Вот это да, вот было, вот это вот так вот было. Да. Батюшка Дениса Глушакова. Вот он, живой футбол проснулся. Вот где удары-то. А ты вообще помнишь эти мячи-то? Да, конечно, хорошие. По-моему, я им забил, кстати, это Краснодар внешний такой, знаешь, 9, посмотришь, 1-0 выиграли. Так в Черкизово? Да. В штрафной Глушаков. Ах, какая красота! Денис Глушаков! 1-0.
Красивейший гол Дениса Глушакова. Ну, можно посмотреть, сколько, не то чтобы подобных ударов, но подобных по красоте голов забито в этом туре. Готов? Да, готов. Почувствовал запах крови. Пошла жара. Хорошо! Как он ушел, а? Это вот так было. Это у нас счет получается 1-1 сейчас. Да. Ой-ой-ой, хороший полет был. Пап, занимайся своим делом. Иди камеру бери. Ой-ой-ой, хомуха. Ну, Денис, мне кажется, тебе лучше на фланге было навешивать. Давай я попробую забить. Согласен. Все, твори. Ух, вот, хорошо. Нашел. Конечно. Вот, смотри, не надо сильно разгоняться. Просто его берешь вот так. Все случилось, брат. Все-таки прошил ты его наклболом. Да. Это было сосочком на себя, походу. Ну что, 2-1, Денис ведет. Решающий удар. А вот он туда, в дамочке, аккуратненько ушел. Тут снимаю, отдаю. Все, работяжки мои. Святая святых футбольного клуба Химки. Красота. Приезжайте еще? Конечно. Мне понравилось. Да, не раз в 4 года так приезжайте. Ну тут приглашай почаще, зови. А то вы скоро постареете, я там молодею, все. 80 тысяч лайков и... Да больше будет, ты что? Больше? Конечно, ну вот увидите. И уже выясним, кто у нас выиграет, потому что сегодня... И потом следующие будут еще. И еще бутс разыграем, потому что сегодня у нас получается ничья, 2-2 счет. Не вывели победителя. А когда все идут у нас. Слав, ты сегодня был в новой модели иксов. Вот что самое лучшее в бутсах, я их надел, и я про них забыл. Я на протяжении всей ударной серии с Денисом даже не вспоминал о них. Ты их надеваешь, как будто носок, они не чувствуются на ноге, вообще не натирают, и в то же время плотно сидят. В общем, если хотите, чтобы мы разыграли вот эти сочные, мощнейшие бутсы, а мы готовы это сделать, очень в просто, инстаграме, в инстаграме да. Загружаем, пишите комментарии, подписывайтесь на нас, и кто-то из вас выиграет вот такие сочнейшие бутсы. Блин, они мне очень зашли. Так что все зависит от вас. Также в конце хотелось бы поблагодарить компанию «Паримач» за предоставленную возможность поснимать с Денисом Глушаковым. Ну а на сегодня все. Огромной всем удачи и пока!